принимаю участие в стажировке на турнире «Забей на проблемы сверху». Вот в качестве одного из... Ну, я, конечно, не организатор, я стажируюсь, помогаю работе судейского комитета. В общем, помогаю проводить турнир. Сегодня воскресный день, все-таки выходной. Вот. Не дома сидеть, да. Вот, а все-таки заняться спортом. Все-таки каждый день тренируемся. Вот это очередной опыт победы в турнире, который произойдет через одну игру. Мне сегодня впечатлилась компания «Ромей» здесь проходить стажировку. Я в РПР отделе, помогаю ведущему, организаторам, принимаю участие в награждении. Вот, ну, всячески содействую, чтобы хорошее настроение было. В дальнейшем хотелось бы, конечно, заниматься именно спортом, именно управление спортом. Помогаем организаторам турнира, обрабатываем материалы, протоколы, поступающие с площадок. Учусь, хочу набраться определенных знаний, опыта в этой сфере. Первое место. Первое место, это же вообще. Будем ездить на такие же соревнования, стараться побеждать, также заниматься в секциях. Все хорошо было. Легко. Все прошло легко. Было легко, мы лучше. Понравилась игра, прошло довольно-таки успешно, мы победили. Интересно было все, поиграть, поучаствовать в конкурсах и подарки, конечно же, получать. Мы в школе мы активно занимаемся, выходим на разные секции, участвуем в школьных соревнованиях. Мы также ездим на многие турниры, не только на этот. Вот нравится это все заниматься и все.